Обзор самого большого парка в Сирача. 3 минуты удовольствия и наслаждения. Ой, как красиво! Беговые дорожки, можно на роликах, скейтах и на всем подобном с колесиками. Ой, хорошо. Блин, неужели эта дорожка по всему парку идет? Сейчас быстро все посмотрим. Вокруг. Да, всякие детские там аттракционы вон. Бабочки. Ну как аттракционы, в смысле, эти горки там пластмассовые, бабочки. Пластмассовые. Тренажерчики для пенсионеров и любого возраста людей, местных и гостей этого города. Вообще, друзья, в Сирача мы обратили внимание, что это немного какой-то уникальный город, потому что он и не Паттайя, где царит алкоголь, дедушки с тайками гуляющие. Пансионат старческий, престарелый. Да, ни Паттайя, ни Бангкок, да, суетной, где там бизнес, все в работе, бизнес, в отдыхе, во всем-всем-всем, что свойственно мегаполису. Сирача — это там, где отдыхают, видно, тайцы местные, приезжают с семьями, все очень культурно. Если вы не любите там разврат, алкоголь, пьянки-гулянки, то здесь... А кто его не любит? То здесь можно комфортно просто погулять, почилить. Это такой семейный город, дружелюбный. Вот мы вышли с утра, идем, нам даже уборщики улыбаются, желают доброго утра. Имею в виду дворники-уборщики. Ну и уборщики. Вот, все воспитанные, очень классно. Вот так здесь чилят ребятки. Тут же парковка на мопеде, прям в парк можно заехать. Видно, что парк молодой, деревья все еще невысокие. Но тень есть. Тень есть, но мы тут были днем, довольно-таки жарко, поэтому лучше гулять, наверное, утром и вечером. Видно, через зеленую полоску пробивается голубое, синее море. Вот, красота. Бегуны. Вот и местные ребята на спорте. Туристов вообще, кроме нас, никого мы не встретили пока. Пока, они все на завтраке. Все на завтраке. Бесплатно Wi-Fi. Можно нажать сейчас паузу и почитать, что куда, влево-вправо, что Wi-Fi здесь есть. Бесплатно, смотровая площадка, что-то... А, для бочи там есть даже место. Бочи, парковка бесплатная такая для автомобилей. Боча. Здесь же находится самая главная сцена города Сирача. Здесь проходят мероприятия. Такие, как на данный момент Рождество и Новый год скоро, через несколько дней. Мы в этот раз Новый год будем встречать в самолете, в аэропорте. Надеюсь, нам удастся записать видео, что будет там интересного, как люди будут встречать Новый год. Да, да. Несколько раз в воздухе будем лететь и встречать Новый год. Это будет 31 на 1. Сколько красок, как ярко, как красиво. Прям не передать, конечно, ни запахи, ни полноту картинки. Очень красиво. По всей длине парков, прям по кругу, такими поворотами, да, кривыми, идет эта синяя дорожка, по которой можно бегать, кататься. На роликах, скейтах. Тут скейт-парк дальше будет, сейчас с ними. Мы стараемся записывать видео короткими кусочками, чтобы вам было интересно, и нам потом быстро можно было вспомнить яркие моменты. Но иногда как... Смонтировать. Да. Но иногда как заговоримся о чем-нибудь, и в итоге один отрезок записи занимает там 1,5, 2, 3 минуты. 10 минут. Приходится вырезать, потому что длинные видео, как нам кажется, неинтересно. Напишите в комментариях, интересно или нет часовые видео, допустим. Надо ли вырезать и делать самые яркие моменты, или все-таки... Снимать обычные, все подряд, да, болтать, диалоги, говорить, рассказывать, что мы видим. Вот, и как бы, а нравится ли вам, когда вот один человек вот так другому отрезает голову? Не могу приучить. Вот так, если я снимаю, нравится вам? Или вот так лучше? А еще лучше вот хотя бы. Вот так? Все, короче, там напишите в комментариях, как вам нравится. Парк нельзя с собаками, животными. Вот подходим к скейт-парку. Вот и скейт-парк. Что логично, когда у тебя такие вот дорожки здесь кататься на скейтах. Кстати, обратите внимание, ребенок даже на скейте катается, он в маске. Все в масках. Ребенок в маске, сейчас я увеличу. Ребенок в маске, вон видно, да. Зачем ему на улице, в парке, ребенку маска? Ну зачем? Безопасность. Король сказал ходить в масках, все ходят в масках. Все ходят в масках. У нас тоже есть король. Мы прошли половину парка, и вторая половина, деревья совсем молодые, солнце прям уже, вот сейчас 10 утра сейчас, и солнце прям вот прижигает, да, уже чувствуешь, жарко очень.
И это 26 декабря. Какое сегодня? 27? Не знаю. 28? Ну, в общем, 20 какое-то. Парк одной своей частью примыкает прямо к морю. И здесь идет вот такой пирс длинный. На конце этого пирса остров. Там храм. У нас есть отдельное видео, когда мы выплывали с этого острова на кораблике до острова Косичанг. Вот, а парк идет вот так вдоль вот этого моря, до рыбацкой деревни, до вон тех домиков. И где-то, наверное, расстояние по его окружности, ну, километра 2-3. Есть синяя дорожка, которая идет по окружности всего парка, есть зеленая рядом. Не знаю, чем отличается, но та и другая очень хорошее покрытие для катания на мелкоколесной. Ну вот как-то так. Травка, зелень, чисто, красиво. Да, Роб, красиво? Робу нравится. Какая красивая здесь набережная. Лавочки, камни, деревья. Цветущие, да. Очень красиво. Такой вот, друзья, парк Сирачи. Сирачи. Местные говорят Сирач, где пишется Срирача. Рекомендую посещение, если вы хотя бы на день сюда приехали, обязательно в этот парк заглянуть. Лучше утром или вечером, потому что днем очень жарко в парке. Всем добра!